Дворца культуры «Нефтяник» звучали детские голоса. Концерт, посвященный параду памяти, был подготовлен творческими коллективами ДК. Юные артисты танцевали и пели для самых важных гостей этого вечера – ветеранов. Концерт посвящен Дню параду памяти, и в нем принимают участие детские творческие коллективы. Мы хотим, чтобы дети помнили свою историю, знали свою историю и гордились своей страной. Среди зрителей ветеран боевых действий Александр Малышкин. 7 ноября этого года он торжественным маршем прошел в составе колонны боевого братства на параде памяти. Они, вот эти парады, чем важны, это чтобы наше следующее поколение, которое после нас идет, понимали, в чем смысл вот этого парада, который происходил в 1941 году. Тогда наглядно всему миру показали, что народ, который живет на территории Советского Союза, он не сдастся и будет бороться до конца. Ветераны Куйбышевского района Самары не только охотно принимают участие в праздниках, которые устраивают для них дети. Старшее поколение занимается патриотическим воспитанием школьников. Мы чувствуем, что недаром проходят наши уроки. Сейчас у нас идет в Донбассе война. Они решили собрать макулатуру, там металлолом, сдать на эти деньги, купить штыковые лопаты, совковые лопаты, отправить в Донбасс. Ну а мы, конечно, у нас тоже, наши ветераны вяжут носочки, шьют маскхалаты, ну и всякое там это, то, что заказано. Сегодня школьники Куйбышевского района сядут за парты не только для того, чтобы выполнять задания учителей. Дети будут писать письма тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.